Чтобы успеть все и сразу, совсем не нужно трудиться, как героиня известной сказки Шарля Перро. Достаточно прийти в пункт бытового обслуживания с одноименным названием. Здесь с удовольствием помогут освободиться от части работ по ведению домашнего хозяйства. Комплексный приемный пункт «Золушка», который разместился в шаговой доступности для многих солигорчан по адресу Ленина 1Б, оказывает 6 видов бытовых услуг. Одна из самых востребованных – швейное ателье. Ежедневно сюда приходят десятки клиентов, как новых, так и хорошо знакомых с качеством, выполненной мастерами работы. Подогнать одежду по росту или фигуре, починить или заштопать, сшить платье, блузку, юбку или брюки. Опытные портные возьмутся за любую работу и, будьте уверены, сделают ее отлично. Услуги самые-самые разные услуги, какие только есть. По ремонту, например, мы все принимаем. Что порвалось, где-то что-то короткое удлиняем, длинное укорачиваем. Всякие-всякие ремонты делаем. Вот в данный момент я вот заменяю в куртке молнию. Многие думают, что мастер по ремонту обуви нужен только тем, кто не может купить новую пару ботинок. Но это не так. Качественная обувь при правильном уходе может радовать вас не один сезон. Достаточно своевременно обращаться к опытному мастеру. Свежие набойки, профилактика, а если нужно, то и незаметная заплатка спасут любимые туфли или сапожки. А к зимнему сезону Золушка предлагает новую услугу – возможность установить противоскользящую профилактику с антигололедными свойствами, что убережет от случайных падений и травм. Заодно можно заглянуть в фотомастерскую. Профессиональный фотограф сделает фото на документы или портрет, распечатает фотографии до формата А4 с вашего носителя, отреставрирует, отсканирует, оцифрует изображение, изготовит фотографии на доску почета. Уйти из Золушки можно не только с качественным фото, но и с сувениром. За небольшую цену здесь изготовят специально для вас магнитик или брелок с любым изображением. Фотографии получатся качественные, тут больше зависит от бумаги. Бумага у нас самое лучшее, то, что мы смогли найти. Принтер струйный, цветной, качество хорошее. Бытовое обслуживание – отрасль многофункциональная, а потому в одном месте можно получить целый комплекс услуг. В Золушке можно оформить заказ по стирке белья, купить ритуальные принадлежности, приобрести продукцию швейной мастерской, постельное белье, пледы, халаты. Пришлись по вкусу покупателям новинки – дорожные и ортопедические подушки, а также анатомические валики «Косточка». Здесь же работает пункт проката, в котором предложат бытовую технику, музыкальные инструменты, товары для спорта и туризма, палатки, спальные мешки, роликовые коньки, мячи. К сезону новогодних утренников на прилавке появились и карнавальные костюмы известных персонажей. Рядом и в удобное время. Комплексный приемный пункт «Золушка» работает с 10 до 19 часов по будням по адресу Ленина 1Б.